Ну и чего она сказала-то, а? Да ничего. Вытащила Иркины трусы из моих штанов. И стоит злобой, наливается. Мегера, крыса, стерва. А ты-то как выкрутился, чего? А я ничего. Я же мачо. Кто? Мачо. Это Мачикано, Бандерас, гитара. Я же не люблю, когда жена меня, так сказать, в сексуальном плане игнорирует. А то она голова болит, она сегодня не может. Да. А я же, у меня же руки-то не железные. Это да. У тебя стертый уже по локоть. Да. Вот, я же так и к узбекам сходить могу. Да. А меня жена бросила, а новую я чего-то никак найти не могу. Потому что ты плохо искал. Надо искать, надо глаза разуть, надо головой вертеть туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Потому что бабы, они все вокруг, они же самки. А самки что? Они ищут самцов. Надо брать молодую, надо такую ядреную, чтобы тебе с порога, как тузик грелка, трала-трала-трала. Ну, главное, это как его? Нельзя это, влюбляться нельзя, влюбляться нельзя. Потому что это амур, тусур, амашур, они мешают жить, Амур, тушур, абашур, они никуда. Можно я яйцами поиграю? Ой, яйца подержу. Ну, сетку вашу помогу вам. Давайте. Спасибо. Как это удивительно трогательно. Предлагать женщине помощь. Сейчас уже так никто не знакомится. А как сейчас знакомиться все, а? А вы не знаете? Нет. Интернет, брачные агентства, там, объявления в газету. Знаете, я просто недавно женат был, но неудачно. Вот, да, страшили. Квазимода, да. Бросила она меня после Нового года. Так что мне вроде как... Раньше-то знакомиться не надо было. Ну, отстал я от моды, да. Зачем вот так вот, а? Взяли все, испортили. Почему? Потому что наврали. Не наврал я. Она правда меня бросила. Вон мой друг, тоже подполковник. Он в курсе. Ты в курсе? Он в курсе, да. А вы знаете, я вам сейчас поверила. А что самое характерное, что меня тоже муж бросил. Прям сразу после Нового года. Просыпаюсь утром, а его нет. Но я не расстроилась. Взяла себя в руки и в брачное агентство. Подала объявление. Ужас! Такие звонки начались, кошмар. Видать, что-то там в объявлении-то перепутали. Какие, интересно. Предлагаю интимные услуги утром. Представляете? Или, например... Ой, простите, пожалуйста, я чуть свою остановку не проехала. Да, до свидания. До свидания. Ой, а вы не сказали, как вас зовут-то? Меня? Настя? Меня тоже. Как это? Ой, меня Вася. Вася, а меня Настя. А меня Вася. До свидания, Вася. Казанова. До свидания. Настя. А как же это ж? Настя. Настя. Настя, яйца ты, ядрен мать. Настя. Вот ты хитер-бобер. Умыкнул яйца в этой бабке при всем чистом народе. А я сначала подумал, что ты всерьез запал на этот пенсионный фонд. У кого ты сказал, яйца я умыкнул? Я говорю, молодец, что спер яйца у этой старой грымзы. Лоток, мачо, мужик. Вот, приедем в часть, сожрем. Да ты что? Я. Это любовь моя. Она мне в сердце запала. Да ну ты! Остановите автобус! Остановите автобус! Настя! Застрял! Настя!
Ой, так неожиданно. Здравствуйте, Василий Петрович. Что это у вас с лицом, а? Что у меня с лицом? Ну, у вас просто лицо немного глупое. Как будто бы вы, извините меня, в вашем возрасте влюбились. Влюбился, не влюбился. Тебе какое дело? Нет, мне, конечно, ничего, Василий Петрович, только я напомню вам, что вчера еще вы просили меня остаться. Вы говорили, что вам так одиноко, а я так молода и хороша, и что вы не против бы меня... Померещилось мне с пьяного. Померещилось? Да, показалось. Это самое, пироги, давайте, до свидания, на сегодня хватит. Ах, вот как мы заговорили, да? Вот как заговорили. Хамство солдафонское пробиваться начало. Заливать меня каждый день это можно, да? Не видать вам ни пирогов моих, ни всего остального, Василий Петрович. Да пожалуйста. Не больно-то и хотелось. Пироги-то барахло. Тесто такое толстое, а начинки там с Гуйкин нос. Какая хозяйка, такие и пироги. Корова жирная. Страхолюдина. Просто нет никого больше на лестнице. Тьфу ты, елки. Чё, доченька? Ой, чё, сынок, а? Зря ты так, батя. Чем тебе тетя Зина мешала? Она хорошая женщина, носит тебе покушать. Вот, кормит нас, поет, трусики, носочки стирает. Это самое тебе иногда делает, а я подглядываю. Сынок, как ты называешь это самое, папа себе и сам сделать может. Гибкий папа, да. Я, сынок, может быть, влюбился, да, папа? Судьбу свою, может быть, встретил. Первый раз в жизни, да. Все, нам конец. Батя, ты что, вообще что ли спредил, а? Тебе не о любви надо думать, а о детях, чтобы их поднять на ноги с четверенек. А ты за какими-то шалавами бегаешь, ты совсем дурак. Вот, сыночка, папа тебе дурака прощает. Если за шалаву не извинишься, папа тебе дрянь. Мозги сейчас по стенке размажет. Давай, стреляй! Все равно нам от голода помирать. А так хоть сразу, без мучений. Боже, я ведь выстрелю, гадом буду. Ну и стреляй! А что ты еще можешь, кроме как стрелять? Маму довел, Зинаиду Петровну обидел. Теперь еще за шалавами бегаешь. Давай, стреляй! Сыночка, ты меня прости, Христа ради. Я стреляю. Прямо в сосочек. Что, батя? Патрончики-то давно продал, да холостыми нас не убьешь. Ну и продал. Ну и какое твое собачье дело? Ты вон носки уже третий год носишь. На что я их купил? На патрончики. Тьфу на тебя. Здрасте, дорогая Настя. Вот вам цветы. Здрасте, дорогая Настя, я вас в прошлый раз не проводил. Извините, забыл, контузия. Я же служил в этом, в отряде, в Камбодже. Голубые котики. Ну, просто котики. Просто голубые. Ой. Здрасте, Настя, вот мои яйца. Ну, не мои, ваши. Ваши, которые я взамен брал, теперь новые купил. По 22... Тьфу ты, ё... Здравствуйте, дорогая Настя. Здравствуй, Вася, могу сказать. Здравствуй, дорогая Настя. Не идет. Не идет. Ой, ёлки. Ага. Сюда. Ага. Ой. Ой, ёлки. Ой, ёлки. Значит так. Генерал выйдет из парилки, а я его буду обмахивать полотенцем, а ты... Чё это я ему делать буду? Я не дамся. Ты будешь делать тропические коктейли. Да, это он любит. Ой, фу ты, господи. А как это, а? Это когда водка с пивом. Да, но
Без пива. Ага, да. Без пива. Без пива. У нашего генерала сегодня юбилей. Он когда-то 20 лет назад сделал какую-то революцию. То ли в Кубе, то ли в Конго, то ли в деревне Пупышево. И не жри, не жри, брось, брось. Фух. Румба-бумба, румба-румба-бумба, румба-бумба. Здравствуйте, генерал. Разрешите вам предложить тропический коктейль? Давай, Валяч, забацай-ка мне тропическую кооперинью. Есть! Я тупик. Чего это такое кооперинья? Это зонтик с фруктами. А, понял. Сейчас, товарищ генерал. Ух, довольны будете. Ух, как вы меня будете целовать. Вже, это не отсюда. Я это уж... Я этих кооперений сделал. Елки зеленые. Зонтик. Вот, и, ну, естественно, только. Надя, угощайтесь. Ну-ка. Фух. Что называется, за родину. Ой, елки зеленые, хороша. Правда, кашасы многовато. Это да, уж кашасы-то там... Что это такое-то? Хотя, как говорил мой друг Фидель, в кооперине кашасы многовато не бывает. Фамилия? Кастро. Чем? Моя? Твоя. А, это... Забыл. Товарищ генерал... Хоть в этот, в дисбат, забыл. А, Задов. Задов. Фамилия. Майор. А, прапорщик. А чё прапорщик? Не веселый, а? Обратили внимание, тоже товарищ генерал, да. Второй день хожу вот так. Да, вот так хожу. Все говорят, чё такой невеселый? А я иду, невеселый. И друг мой заметил, говорит, чё такой невеселый? А я влюбился, товарищ генерал. В девушку влюбился, по уши прямо. Так плещется. Отставить влюбляться. Влюбляться, отставить. Потому как любовь снижает обороноспособность нашей армии. Бдительность падает. Раз. Танки от любви тормозят. Приказываю найти крепкую бабу для совместного проживания, желательно из нашей части. А кто у нас еще не оприходован, а? Я! Раиса, Раиса, буфетчица. Такая, такая хорошенькая. Такая грудастая. А почему она еще не оприходована, а? Виноват. Будет скоро. Ладно, отставить виноват. Слушай, прапорщик, мою команду. Даю тебе 48 часов. Жениться на Раисе. И тогда звание повышаю. Будешь старший прапорщик. И отпуск на родину. Есть, товар. Так я же здесь родился, а? Вот, дурья башка. Тогда на родину друга. Не приведи, господи. Слушаюсь, товарищ генерал. О, ладно. Сегодня, бойцы, праздник у вас. Генерал веселиться желает. Значит так, ты дуй за девочками, а ты, прапорщик, жених. Дуй в лабаз за водкой. Нечего делать. Я считаю, тропическими коктейлями баловать. Тропические коктейли только для защитников Отечества. Приказ выполняй! Разгонюсь. Кто там? Ух ты! Пожалуйста, а вы не знаете, кто этот мужчина? Так это прапорщик Задов из соседнего дома 69-й квартиры. У него очередная оргия с генералом в бане. Так вот он за водкой и шастает туда-сюда, туда-сюда. А вечером девочек подвезут, он вообще мокрый будет приползать, да весь в помаде.
А он мне раньше так нравился. Спасибо. Чипсы дайте. Чипсы? Кончились. Слушай, мою команду в реке обнаружены вражеские лазутчицы. Их надо поймать, взять себе по одной, остальных ко мне. На допрос. Штаб, приказ выполняй. Давай! Кто это тут такой маленький стоит у нас, хлеб кушает, а? Что ты, батя, все кривляешься, да? 3 часа дня, а ты только встал. К тебе, между прочим, заходили. Какая-то Настя заходила. Сказала, чтобы ты ее больше не искал. Что ты у нее, во-первых, яйца украл, а во-вторых, ты вообще развратник, что она про баню все знает. Шляется, тут поспать не дают. Как Настя, сынок? Как Настя приходила, а? Чего ж ты меня не разбудил-то, паршивец, а? Тебя добудешь. Я тебя прямо при этой Насте пытался будить. Но твое чучело крашеное сказала, чтобы я не смел вас будить. Что чучелу крашеному на работу вечером идти, что чучело высыпаться должно. Ой, как стыдно, елки, а! Это ж генерал меня вчера! Давай, говорит, за бабами ныряй! Как стыдно! Генерал, я ему, сынок, я ему башку проломаю! Я ему устрою это день освобождения Палестины! Давай мне, сынок, давай скорей! Чего, батя? Чего? Адрес мне, Настин, давай! Она же наверняка тебе бумажку-то сунула с адресом, а? Чего ты, осуждающий? На батьку ты смотришь, а? Действительно, какой адрес-то, когда я такие вещи что-то утворяю? Ой, сынок, какая я проститутка. Матаха. Здрасте, дорогая Настя. Там в бане был я, но я не я, я приказ выполнял генерала сиськи. А слушаться же нельзя, это ж как на фронте, поэтому я у штаба. Хватит жрать, посмотри, как на тебя баба-то пялится. Здравствуйте. Смотри, помню, что сказал генерал Сиська. Помню, я действую, только я не могу от вчерашней бани в своей отойти. У меня грудь жгет от любви, я же Настю люблю. Тихо, чудак человек-то, она же и узнала о твоих похождениях вчера, узнал, значит, ее вычеркиваем. А вот наша красивая женщина Раиса, ой, Раиса, да. А кто нас сегодня мнет? А куда мы сегодня Раису пригласила? Ну и куда же вы меня хотите пригласить, товарищ лейтенант? Какой лейтенант-то, зачем вы врете-то, я прапорщик. Старый, больной, проворовавшийся прапорщик. Я не верю. Для меня боевой офицер. Какой я офицер-то? Ну что вы? Молодой, симпатичный, которому нужна точно такая же молодая, красивая подруга. Да-да-да, это очень замечательный офицер. У него 3-комнатная квартира. А у меня маленькая. 3-комнатная. И сын взрослый. У меня сын дебил. Взрослый. И его скоро будет повышать звание. А повышение звания – это повышение зарплаты. Хватит болтать, не хочу я никакого повышения!
хорошим, господа, в смысле этого слова, да? Любовь они мне, вот, чтоб предал я свою любовь, они меня просят, чтоб женился на первой встречной. Как я могу свою любовь предать? Нет, я могу, конечно, любовь предать, я не раз это делал, но в бане я приказ выполнял, мне приказали, я выполнял. Как я могу приказ-то нарушить? Я же офицер, этот, губернатор, ну, неважно, как мне ее найти, а? Сказать, миленькая, только тебя люблю. Как, а? Обратись в адресный стол. Что? Адрес. Ну, там брачную контору, наконец. Ну, туда многие бабы ходят. Точно. Она же мне сама говорила, что когда муж-то ее бросил, она подала заявку в брачную контору. Миленький ты мой, а? Дай-ка я тебя в пупок поцелую. На тебе просто яичко в кармашек. На. Яичко. Пригодится. Чуть-чуть подыши. Очень хорошо. Я хотел бы у вас... Улыбочку. Очень хорошо. Вот так. Да. Я хотел бы адресок у вас получить одной дамы. Ее Настя зовут. 100 баксов. Оп. Хорошо. Сколько? 100 баксов. Оп. Чего так дорого-то? Что вы? У меня тут один олигарх был. Так он, чтобы узнать адресочек одной дамочки, 200 баксов продал. Вы знаете, это я выгляжу только так. Ну, состоятельно, фронтово. Но я не олигарх. Так поэтому вам и скидка. 50% и того 100 баксов. А вот так вот. Это хамство. Вот так. Это хамство. Надо к черту закрывать ваши эти конторы. Хамство чистой воды. Вот так. Несу хамы. Господи. А, вот, принес. Молодец. Последний. Ладно, последний. Я вот тут ее по памяти нарисовал. Ну-ка. Вот. Ага. Ой. Она? Она, любимая. Она. Панюшкина Анастасия Панюшковна. Это знаешь, как отца-то звали? Панюшка. Вроде женское имя. Нормальное имя. Ну как нормальное, женское? У них вся деревня Панюшки, и бабы, и собаки. Мне бы адресок. А, адресок. Улица Красных Пилотов, дом 11, квартира 44. Мне бы к
квартиру не забыть. 44. 44. Как же это? 44. Ага, 44. Три вылезла. Нет, 4. 4. Держать, держать. 4. 44. 44. 44. Спасибо. Господи, забыл. 44. 44. 44. Здравствуйте. Вы? Я. То есть я с яйцами. Откуда вы узнали мой адрес? Яйца нашептали. Шутка. Вы же сами мне говорили, что это, ёлки, что вы давали заявление, объявление в контору брачную. Я и там ее... Вы мне все врали. Вы мне все врали, чтобы обольстить и затащить меня в баню. Я все знаю о ваших похождениях, прапорщик Задов. Это вы меня этой баней, ты прямо... Я же не по своей воле ты тех девочек. Что еще? Долго вы тут будете болтаться со своими яйцами? Я просто хотела яйца вам пристроить. Это я же... Знаете, я... Знаете, как я скучаю по вас? Я как та собака по аэродрому. За самолетом. Ну, скучала она очень. Вот, я также вас по утрам на остановке жду. Скучаю очень я по тебе, Митя. Кино такое было. Посмотрите на себя, вы же даже предложение не можете связать, чтобы не забрать. Оставьте меня, Задов! Оставьте меня навсегда! Вы знаете, я... Тьфу ты, ёлки. Ой, ёлки зелёные. Да кому... Ай, ты, ёлки. Всю жизнь мечтал по яйцам дать. Ладно, я что-нибудь придумаю. Незнакомая развела на жизнь необъяснимая. Прячи тайну, эта ночка темная. Вот за что, а? За что? За что она меня так, а? Брось ты ее. Не стоит она тебя. Чего это? Она даже пасту сготовить нормально не может. Мне паста не нужна, я все равно зубы не чищу. Я про макароны говорю. Макароны, пасты, ну, итальяна, вырыну, это же одно и то же. Че ты понимаешь, а? Че ты оскорбляешь-то мою женщину, а? Че ты оскорбляешь-то мою женщину, а? Че ты оскорбляешь-то? Задница. Это не ты. Это он задница. Не моя, чужая, незнакомая, развела на жизнь. Касса где? Забыл, зачем шел. Касса где все улетела? Ра, вот это тебе нарвал букет той девушки, которую люблю. Да. Спасибо. Потом можно в ресторан поехать. У меня и таксомотор
заряжен. Посидеть, выпить нормально, поговорить там, туды-сюды. Вот. Вась, ну зачем нам ресторан-то, Вась? Не трать деньги, Вась. Мы вполне можем выпить и здесь. Вот тем более у меня люля с утра остались. Люля, да. Люля, это хорошо. Восток, да, люля, люля. Да. А потом? Чего потом? А потом пойдем к тебе? Зачем? Ну, за этим. За самым. А, за этим самым. У меня этот самый всегда с собой. Немного, но с собой. Ой, блин, какая я проститутка, Раня. Хоть люля твоей треской. Ой, дура, я дура. Дура, дура. Накрути себе. Главное, мужик-то хороший. И главное, вижу, влюбился. Сдалась мне в этой бане. Чего я ревновать-то начала? Васечка, любимый, тут к тебе какая-то женщина пришла. Ну пусть проходит, присоединяется. А вы проходите, проходите, присоединяйтесь. Я не жадная, мы можем и втроем отдохнуть. Тем более вы мне очень нравитесь. Кто там? Ой, вот он. А, Настя, а это сестра моя, я ведь сестра. Ты выдумщик мой сладкий. Надоело в мамочку играть. Хочешь, чтобы я сестренкой бы была? Какая гадость! Настя, Настя! Ты знаешь кто? Ты просто дрянь, да? Хвастунишка. Я дрянь, хвастунишка, да? Хабалка. Хабалка. Хабалка, задница, да? Да. Задница, да. Я задница. Задница. Хабалка. Да. Она, видно, королевишна. Моя любимая женщина. Женщина, да. Любимая, да. Да ты погоди, погоди. Ты еще ползком ко мне прибежишь. Да, да, да. Несостоявшийся старший. Да. Прапорщик. Бабник! Настя! Что, прапорщик? Одна уже убежала? Так точно, товарищ генерал. Здравия желаю. Как здоровье, как подагра, как мозоли. Мне бы догнать. Ты, прапорщик, помни. Осталось 24 часа. Я помню, помню. Разрешите, а? Отставить суетиться, когда с тобой генерал изволит разговаривать. Слушай, товарищ генерал, просто хотел рвануть. Жизнь-то личная, все. Подписался. Я вижу, прапорщик, работа ведется. Тактику правильную выбрал. Чем больше посеешь, тем больше взойдет. Действуй! Поехали! Настя! Настя! Тихо ты, ёлки! Настя! 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 Надоело, а? Ты так, Настюха. Клин клином вышибает. А давай мы с тобой сегодня вечеринку забабахаем, а? Ой, Вер, как в прошлый раз. Гирляндочки повесим, свечечки зажжем, да? Будем сладким объедаться, Вер, да? Никакого сладкого. Только горькое и соленое. Это как это? Водка и мужики. Ой, Вер, так у меня же гастрит. И Вася. Про Васю забудь.
А гастрит сексу не помеха. Чему? Как ты понять не можешь? Больница, морг, детский сад, девочки. Кеша, Кеша. Да. Пися, ой, да, Миша. Кеша, Кеша, приезжай ко мне, а. Пожалуйста, мне так плохо, мне надо с кем-то покушать. Тьфу, выпить с кем-то надо, приезжай, а. Не, сейчас не могу, мне Верка звонила, ждет в гости. Слушай, кстати, у нее есть подружка, так что 5 минут на сборы и давай ко мне. И мы там с тобой, как всегда. Не, я не могу, Кеша. Я бы с удовольствием не могу. Я своей Настеньке любимой, той с яйцами, помнишь? Я ее уже 2 раза изменил. И 7 раз в мыслях. Ага. Тьфу на тебя со своей любовью. Не хочешь, не иди. Сиди дома, дурак. Кеша, Кеша. Я теряю корни и улетаю в небо. А не простое украшение. Ну ладно, вы тут посидите без меня, я пойду. Вера! У меня гастрит разгулялся. Товарищ Приходько, давайте. Настя, у меня такое ощущение, что мы где-то с вами виделись. Я в ателье работаю по шивочным. Спасибо. А вы у нас, наверное, галифе подшивали. А я служу. На границе? В спецвойсках. В 2017 году. В 2017 скоро. По приказу президента у меня будет старший прапорщик, а потом старший лейтенант. И у меня будет отдельная квартира, отдельная машина, джип Вранглер. Вранглер у меня будет отдельная машина. И я очень перспективный. Очень перспективный жених. Верю. Да. Да. Все, что тебя касается, все, что меня... Быстров. А касается, все только начинается. Начинается. Вот. Настя, Настя, мы взрослые люди. Ну, чего терять время? Чего мы сидим, а? Хватит теребить вашего слоника. Давайте вас поцелую, а? Давайте вас поцелую. Я не могу. Почему? Я люблю другого мужчину. Влюблены? Да что такое? Опять? Опять эта зараза? Какая зараза? Я говорю, зараза. У вас зараза? Нет, не у меня, у моего друга зараза. Он влюблен. Я ему говорю, ты должен быть настоящим, свободным мужиком. А любовь, морковь. И что, друг-то? Друг? А? Друг. Все очень просто. Я ему сказал, он... И я, и к другой бабе. И сейчас они там. А мы тут сидим. Дайте я вас поцелую все-таки, Настенька. Я не могу. Почему? От вас так воняет чесноком.
Три часа ночи. Проститутка! Проститутка! Ну, нехорошо, как, да? Нехорошо. И у меня... Ай, елки. Ты ешь, ешь. Я вчера с такой бодой бабой познакомился. Просто сначала ломалась, любовь, морковь ей подавай. А потом как дело дразда, как дело, дело. А моя любимая вчера ночевать не пришла. Так я ее, как мальчишка, под дверью до 3 часов ждал. Плакала. Дурак. Ну, а потом-то распсиховался. Распсиховался потом. Взял как на дверь ее написал. А потом еще у мусоропровода накрыл. Да. Вот это мужик! Вот это по-нашему! Это по-прапорщицки, по-большому! Это любовь, морковь, а твоя любовь что делала? Всю ночь с кем-то дрозда давала. Значит так, слушай сюда. Берем Раю, нет, ты берешь Раю и даешь ей дрозда. А потом после тебя я, потому что я вперед друга на амбразуру не лезу. Ты прав. Спасибо тебе, Кеша. Наверное, мне сейчас действительно надо как-то расслабиться, в руки себя взять, да? Надо, Вася, надо. А то твои руки уже устали от одиночества. А то генерал каждый день звание не дает. Не дает. Не забывай, осталось тебе всего несколько часов. Понял? Ой, ну ты дура. Да ничего бы ты этому своему Василию не изменила. Кто он тебе? Муж? Жених? У него у самого полная кровать, целыми днями кувыркаться. Вера, ты с таким мужиком? С Приходько? Ходько, Ходько, Ходько. И поймаешь, с ним не закантовалась. А он мужик, что надо. Вера, ты откуда знаешь? Вера, так ты сама с ним это кантовалась? А ты как думаешь? Неужели я своей лучшей подруге непроверенные кадры буду поставлять? Вер, у тебя же муж. А Ходько. Что муж-то? Муж. Муж как стул. Взял и переставил. Слушай, давай-ка сейчас дуй в салон. Приведи себя в порядок. Вечером собираемся у меня. Приходько нужно брать в оборот. Хватит тебе в девках-то ходить. Боец, у тебя осталось 6 часов. Помнишь? Я помню, товарищ генерал, помню. Я как раз сейчас шел делать предложение руки и попки. Да, руки и сердце, да. Отставить. Руки покажи. Руки это сверху, пожалуйста. Ну и руки. Это не руки, это крюки. С такими руками тебя не то что к женщине. К козам пускать нельзя. А прическа? На. А, за ваше здоровье выпить, да? Отставить выпить. Сначала ноги надо помыть, а потом за стол. Свататься к женщине. Ты же не боец там какой-то американской, а еще хуже израильской армии. Ты же наш, родненький, русский. Иди в салон. Маникюр делать. Есть. Ой, есть. Какой такой салон? Я, товарищ генерал, слова-то этого выговорить, маникюр, не смогу. Я же все-таки боевой генерал. Ой, простите, этот, прапорщик. Какой же такой же маникюр же, а? Какой? Да вот какой! Вот такой! Между прочим, лак Ив Сен-Лоран. Color B. Хотел еще чипсы себе наклеить, как у Бритни Спирс. Да время мое не пришло. Трогай. Хорошо. Как-то я с чипсами-то на руках, елки зеленые. Do that.
Аккуратнее. Вы? Попа нюхает цветы с трехметровой высоты. Шутка. Это вы? Это я? Я тут... это... А меня генерал наш, Сиська, отправил в салон. У него-то этот маникюр, как у Бритни Спирс, да. У генерала сосиски маникюр? Не, не сосиска, а гордо. Сиська. Вот. А, простите. Колор, говорит, у меня Б, вот. А я от усердия, я же самый усердный в части, я даже себе... Стыдно сказать, педикюр сделал, да. Хочете, покажу? Здесь? А я и не смогу же. Я прямо на свежий лак себе носок натянул. Вначале еле отклеил, а потом натянул, так тело вообще не отклеить. Да. А вы видели у нас тут чё? Нет, я... нет. У нас тут чё? Чё-то ничего у нас. А мороженцу у нас... Открыли тут, да. Большая, отгрохали на 3 посадочных места. Видели? Нет, не видела. Хочете, посмотрим вместе? Очень. По шарику малиновому засосем. Засосем? Ну, пойдемте. Пойдемте. Да. Руки и сердца, как обещал. Нет. Настя. Да, Вася. Нет. Я когда тебя в автобусе-то увидел, я смотрю, стоит страшненькая. Яйца висят. Вот. Чувствую судьба, блин, да. Любовь прямо, чувствую, поперла из меня. Аж по запаху весь автобус почувствовал. Прет, ага. Вот, Настя, будьте моим мужем. В каком смысле, Вася? Да вот этим зятем. Ой, блин, все испортил. Настя, будьте моей женой, пожалуйста. Вася! Это мне... Мне показалось, немного на меня похож. Да. Спасибо, Вася. Какой... Васечка, я ведь хотела сказать, что я когда тебя в автобусе-то увидела, я тоже ведь поняла, судьба. Я сначала про яйца-то пожалела, а потом думала, а при чем тут яйца? В общем, Васечка, я согласна. На чего? На быть вашим женой. А, я забыл. Настя. Васютка. Настя. Как-то сам аккуратнее. Погодка, говорю, хорошая сегодня, а? Да, тепло. Ну, ты куда? Вачка, я сейчас только домой за вещами и сразу к тебе. А я в магазинчик. Ага. Шур-шур за колбаской. И дома приборочку сделаю. Ага. Молодец, прапорщик. Успел. Минута в минуту. Готовь дырки на штанах. Шутка. Готовь дырки под новые звездочки. Рад стараться. Служу вам, отечеству. Лесным массивом. Вот. Вачка. А о чем это сейчас вы между собой-то говорили? Так радуется, товарищ генерал. Вот за нас с тобой, что вот мы женимся. Решил, наверное, звание мне прибавить и удовольствие вот увеличить, да? Это ты брось, прапорщик. Фиг тебе
а не довольствие. Я ему приказал за 48 часов бабу себе найти. За это я его старшим прапорщиком сделаю. Молодец, хвалю. Васечка, так это на спор? Не по любви? А какая любовь? Тут девушка армия. Настя, как не по любви? Ты сама подумай, что мы там в твоей спальне-то вытворяли. Как не по любви? Я ж тебя полюбил-то еще в автобусе. Еще до того, как я в бане-то и баб-то этих с яйцами, ну, товарищ генерал. Какие же вы мужики! Все гады! Как же я тебя, Василий Петрович, ненавижу! Настя, ну, честное слово. Ненавижу! Пускай идет. Иди, иди. Ну, товарищ генерал. Чего? Ах ты, скотина, ты же мне жизнь личную покалечил. Маникюр у вас, товарищ генерал, давно хотел сказать, левый и папаха вам не идет. А я когда-нибудь накоплю денег, патронов, куплю настоящих и вам ботинки прострелю. Ясно? Жопой трогай! Ой, трогай, Жора! Настя! 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 Какой? Да вот такой! Вот какой! На Кубе то ли в Пупышево, то ли в юках. Ага. Вот, поэтому, ибо... Не торопись, старина! Поиграй, нормально! Своё удовольствие! Значит так, слушай меня, значит, берем эту шклавку и тоже ей дрозда как вставит, когда ты вставишь. Вставишь, вставишь, драйка ее зовут. Драйка, драйка зовут. Вот, ибо, поэтому... Идем, идем, значит, ты танцуй, а я его буду обмахивать. Он танцует, а я буду обмахивать. Танцуй румба. Румба. Румба-бумба. Синий небосвод. Румба-бумба. Страстней, страстней. Ты еб***. Ха-ха-ха-ха.